Так, ребят, привет всем, вы на канале Светланы Карпова. Сейчас мы находимся в Румынии, и в автоматах продаются вот такие вот интересные слаймики. Нет, да? Эти игрушки такие. А, игрушечки вот такие. Какие-то. Ну, такие они как... Желе. Желешки, да. Пум-пум, как антистресс. Угу. Давайте делаем распаковку. Сейчас. Ребят, у нас есть по два шарика, сейчас мы будем открывать. Открывай. Давайте давай я покажу. Оболочку. Сейчас. Есть уже один сделанный. Ой, открываю. Лосинка. Сейчас. Тоже желтый. Давай-ка. Оно уфиги. Путин. Что там у тебя? У меня покажи. Кто-то вот такой вот. Мышка. Мышка. Серенькая мышка, да? Класс. Это мышка. Дай. Дай. У Лелы попалась мышка. Так я тоже, да, на утюг сняла. Но я просто видела. Страшно. Зеленый. Белоутя. О, то, что ты хотела, покажи. Сейчас, подожди. Лера, ты показывай. Тихо, дай это снять. Вот у меня зеленая коробочка, и здесь белая утя. Ну, это лебедь или... Не знаю. Ура, я так хотела, чтобы тебе уточка показывала. О, лапы. Это белое с желтым. Дракончик. Ой, покажи, Милаша. Покажи, Лила, можно, если у мамы попадется сейчас то есть лозовый, мы поменяем, потому что я душу люблю драконов. Давай тебе набережу. У меня какой-то он желто-белый. Класс. Типа желтый. Я тебе вот открою оболочку. А у Лилы дракончик. Лила, можно, если мне не попадается лох, то есть лозовый, то мы поменяемся. Бы я душу хотела дракончика, я обожаю их. Также я сама кимедвей. У меня сегодня коробочка и дракончик. Оранжевая. Оранжевая коробочка. Такой не было еще, да? Да. Манаир. Прозрачный! Клоник! Я хотела, кстати, чтобы зайка попался тебе. У меня прозрачный зайчик. Вер, я говорила, чтобы Дианке зайка попался. И Утя. Так и попал. А тебе хотела, чтобы попался розовенький. А розовенький не попался. Давайте покажу всю коллекцию. Я хотела, чтобы у Леры попался розовый ёжик и фиолетовый слоник. Вот такой, да? Вот зайка. Но зайка попался прозрачный. Прозрачный. А дракоши здесь вообще нету, да? Дракош? А, вот это вот? Нет, тут есть некоторые игрушки, в каталоге такая, вообще не мая. А это похоже на Ультравал. Да. Класс. Да, здесь везде одинаковые, давай посмотрим. Да, вот так вот. И на это самом автомате тоже вот такие вот. Они все нарисованы. Но попадаются, да, вот как нам. И зайка прозрачный. Вообще с розовыми ушками. Все похоже на салат. Класс. Я с ним сделаю домики. И я. А покажи свою уточку, которая первая была. Вот я вам подарю уточку. У Леры такие серенькие. Сейчас. У тебя классная вот эта мышка. Мам, давай я такая. Шью. Мам, дракошка. Мам, я взяла у Дианы болт, мне надо шить эти штучки и сюда еще. А у Дианы? Дианы кричи. А шариками, кстати, очень любят играть наши собаки. Да. Собаки, да? А у Дианы вот первая была как улитка, да? Да, улитка. Да, такая утя, улиточка. Вот. Улитка, я, как наша принцесса Ахатина. Вот. Это наша принцесса. Ой, у тебя какие милоши. Я бы хотела динозаврика. Может, а это что-то вы уже сняли? Нет, все так и было. Блин, я так хочу динозаврику. Завтра еще возьму. Зайка такой классный вообще. До этого там была коллекция собак, да. А теперь поменяли. На собачки есть. Вот... Я бы собачки еще почти хотела... вся коллекция, да? Я бы вместо зайчика все-таки хотела отсюда. Чё, можно собрать даже всю коллекцию. А сколько их всего здесь? Ой, дуже богато. Тут у тебя представлены, а тут 6 других. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 показано, да? Показано 11, но 6 других, бачу. У все такие, такие, такие. У меня все, что не показано, а в Диане одна показана. Не, это не той. Ну, це не ультрабал. Да, це вообще другий. Чуть-чуть це похоже ультрабалка. Наверное. Це, наверное. И улитки тоже нету, да? Да. У нас один, что у нас никто не совпадает с каталогом. А у тебя ути тоже нету? Не, у тебя есть только такая, яйцо. Якую я хочу. Ну, типа цыпленок. Якую я хочу, и оцего я хочу. Да? А можно завтра еще по одной штучке? Игрушки, которых нету в каталоге. Можно завтра еще по одной, по две штучки? Можно. У него такой носик прикольный.
Стоит такая игрушечка 1 евро. Ну, классно. День. А я шью. Ну, они такие милашные вообще, даже, да. Даже взрослым прикольные. И при, у нас были такие, у меня была вот такая свинка. Лягушка, у тебя была лягушка. У меня была свинка за всю жизнь. Такий. Она, мы покупали такие. У тебя была лягушка. У меня была лягушка, свинка. Это один раз мы их нашли в магазине? Багато раз. Ну, у нас были в кишені. В Велмарте мы брали, да? И там в Велмарте мы покупали. Я помню, что мы как-то редко их покупали. Ну да. Мало было. А здесь прям целый автомат, да. Их там много, можно выбирать, брать. Завтра еще возьмем. Угу. Еще снимем. И покажу коротким видео о сам автомат. Это мы находимся сейчас в Румынии, в Сычеве. И вот такие вот игрушки. Мам, ну я в центрах возле магазина. А здесь, может, на этикетке они другие, нет? Нет, эти же самые. Тоже та же коллекция показана, да? Да. Такая этикеточка на них. Такие игрушечки. Чик, милота. Милота. Такая милота. Угу. Мам, все мятка. На задний план не обращаем внимания. Мятка назвала, да? Да. А это Ути. У тебя вообще смешная такая, прикольная. Вообще такая мягкая, класс. Да. Зайка вообще милашная. Я сама играла им. Солнышко, зайчика. Милота. Что это такое? А, Тара. Тара. Утя. Мышка. Мышка. Пи-пи-пи-пи-пи. И дракончик. Какой дракуша. А у меня уточка желтая, да, не беленькая. У меня похоже лебедь, не уточка. Давайте посчитаем, сколько у нас цветов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть цветов, да, они все разные. И у всех есть вот такие вот домики. Не кланчбоксики. Да, можно их вешать на рюкзачок. Застреляли. Это вы сами, я думала, там такие. Нет, мы застреляли. Вы так сделали, молодцы. Чтобы я тепло был. Бейсбол себе. Да. Мам, а я вообще шью гнездо сейчас. Молодец. А еще есть вот такие шарики, ими можно играть. Здесь можно хранить. Это собачки. Или можно хранить что-то другое. Или в нашем случае Оливка. Играют собаки с ними, очень рады. Они их с огромным удовольствием грызут. Запускай им. Подивите, сколько у нас шариков. Побежали. Все, побежали собаки. Сегодня наши. Только там все на пеленке. Сейчас покажу. Оливия потащила уже. В общем, вот такие вот у нас игрушки. И счастливые собаки с мячиком. Дай мячик. Мячик, дай. Игра. Раскололая. Поделилась Марку кусочек себе. Все, ребят, ставьте лайк, если понравилось Марку, видео. Нажимайте на колокольчик. Марк, можете выставить, они маленькие. Все, да. Всем пока-пока. А те, кстати, мальчики. Смотрите новые видео и распаковочки.